Так, стоп, старт сделал, запись сейчас в экразу. Понял тебя, GTI, спасибо. Возьму тебя личным этим химиком потом. Как это? Все, ништяк будет у меня. Что-то Кас так и не пришел пока. Косячит Мишаня. Обычно за Касом не прослеживаются такие темы, что он где-то забывает, тем более днем прийти. Ну, сегодня что-то подзабыл. Так, все, я перекусываю, слежу за батлнетом и возвращаюсь к вам потом.
Так, все, ребят, покушал я, синхронизировался идеально с началом турнира. Жаль, что в записи 12 минут ни о чем будут, конечно. Но стоп-старт я уж делать не буду, потому что задержка стоит. А значит, в прямом эфире стрим упадет на некоторое время. Но если будет лагать, мне сообщайте. Я просто запись одновременно себе мастерскап заливаю группы D. У меня там видел, что я битрейт проседал немножечко. Ну, точнее, вот это вот. Потери кадра, ну, где, да, битрейт показан, там что-то в красную зону он попадал, но, 11 минут там остался. Здорово, 29.14, ребят. Вот. Новогоднее настроение, говоришь? Ну да, вполне возможно, что новогоднее. Я вам хотел уже, точнее, говорил сегодня, но еще раз напомню, что будет у нас интересная на Good Game тема 25 декабря по 4. L2914 переподписан 8 месяцев. Спасибо, Эль. Ты уже как-то до этого, да? А, это вчера было. Вчера ты подписывался. Короче, или... А, или даже не вчера, давно. Вот. В общем, я вам хотел сказать, что 25 по 7 на Good Game будет новогодний какой-то мини-марафон там. Ну вот, надо бороду Деда Мороза и шапку приобретать и стримить, походу. Вот, и там интересная система будет, вам всем даны подарки, а вы будете дарить их стримерам, как бы, и так определиться победитель, у кого их больше будет. Кстати, рекламку пельну у вас, до этого она пойдет. Я не знаю, пока буду принимать участие, я еще у Миши уточню, что там как, потому что я не буду заморачиваться всякой темой там, ну, как какой-то хренью помимо Старкрафта, как бы. Но так подугореть-то можно. В общем-то. Так что, если буду участвовать от вас в поддержке, жду, соответственно. Так, приехал в Hellraiser, кассу депоху тут напилил. Привет, Милка. Привет всем. Привет, Култи. Ну что же, Кас Hellraiser у нас СНГ-шное такое противостояние. Я бы сказал, два украинских игрока друг с другом бьются в группе. Еще помимо них есть два игрока. Это Рейнар и это... Кто там еще-то? Ютермал, очень мощный тиран такой. Ну посмотрим. Оба мощных. И молодой Рейнар мощный игрок очень. И Ютермал тоже очень сильный игрок. Интересно, как Кас с Hellraiser'ом с ними побьются. Хотелось бы, чтобы хотя бы, конечно, лучше, чтобы два выходили наши игрока из группы, но хотя бы один пусть выходит кто-нибудь. Вот.
Каску демонстрируют, контроль бога просто какой-то здесь. Несвойственный кассу. Вот. Но пришел сталкер и контроль бога прервал просто. Два юнита сразу минус, Марики тоже минус сейчас. КСМ-ка дохлейшая здесь вообще. Ее тоже сейчас в расход надо пустить. Кас понял, что она дохлейшая и что ее сейчас пустит сталкер в расход. Но... Так, и второй сталкер на подходе, кстати. Сейчас двумя Hellraiser дойдет. Это очень большой напряг для Аказа. Вот два сталкера заходят. Хорошо, Hellraiser распределил дэмэдж. Это ГГ уже практически, не? Если Hellraiser еще сталкеров отводила вообще. КС 1.6 поиграю. Нет, как раз никаких КСов точно не будет, ничего такого. Может, Fallout в паузах поиграю на стриме, не знаю. Если буду заморачиваться, конечно, вообще с этим марафоном всем я. Да что такое? Продемоджил Hellraiser, все, ничего не убил. Здорово, Shadow Marine, Дим, здорово всем, ребят. Второй турнир за сегодняшний день у нас начинается. Первый турнир уже заливается на YouTube. Группа D OSC Masters. Там была играл и первое место занял в группе, с чем его и поздравляю. Будет в плей-оффе играть. Возможно, выйдет в призовые, как и в прошлом турнире. Кстати, в прошлом турнире... А. Давай там сколько-то выиграл. Баксов 50, по крайней мере. Точно, по-моему. В этом турнире Блай тоже, кстати, уже в плей-офф вышел абсолютно точно. Два Оракула прилетают, начинают разбирать рабочих на мейне у кассы здесь. Погибло два Марика, два КСМ, а Оракулы уходят, чудом ушли. 50-51 по лимиту здесь. Ну, Hellraiser значительно больше кассу убил, чем потерял сам, конечно, в этой карте. Но зная касса макро, с ним все равно глаз да глаз нужен здесь. Один молит о разбане, но я что-то не видел мольбы никакой там. У меня где-то в личке или что-то там, где-то еще. Вот, поэтому я не знаю, что там, ты что-то мне тут гонишь, по-моему. Забывает КСД пошки, экстра саплай вынужден кидать сейчас. И что это такое? Кого это? Варда самого? Ну, ё-моё, это неприятный инцидент. Главного стримера его турнир. Конечно, будет ре тогда. Похоже. Так, а что дробить?
Так, отпишу здесь все. Да не, рестримить-то, я думаю, не надо, потому что в арде турнир, как бы, и можно и подождать его, тем более. Мы касса сейчас ждали, а в итоге, ну, видите, в арде как-то все печально. Ну, то есть, то касса ждали, то теперь эти ждем, товарищи. Ну ладно, пусть достримят тогда. Достримим мы первый матч. Варди пока там починится. Я написал, что-то не отреагировали. Пацаны. Главное, что Варди не заставил их переигрывать потом. Так, 72-74. Поле мита у нас получается. Прилетел Кас геликами харасить. Был бы блинк на 10 секунд раньше, потерял бы медиво. А, он и так потеряет деле Феникс. Ну, хоть гелики дропнутся. Ну, Марики с циклоном навстречу удвигается. Не, кстати, сейчас буст Кас рубит. Если бы Холлрайзер контролил Феникса, он бы, конечно же, мог бы сбить. Потому что там на 3 удара буквально оставалось. Да, по 10 демеджа как раз. На 3 у медивака 0 брони. А не, единичка вру, значит на 4 удара. Медивака единичка, оказывается. Плюс бонусов нет, он нелегкий. Так, 10 сталкеры бегают, видите, что-то они демедженные все. Потери вы видите. Теперь Hellraiser практически на протяжении последнего отрезка только терял. Юнитов Кас почти не терял. 2 пилона на третьей базе, может быть там батарейка еще будет. Плюс 2 гейта Hellraiser добавлять будет, их 8. Подстраивается Immortal и чаш броня делается. 1-1 сейчас грейды будут с одной фаржи Hellraiser их делает. Ну а Кас копит, у него масс Марики, циклон тут есть. Медивак всего один. 2 танка. То есть выход какой-то планируется. Какой-то гелик тут строится. Один просто в лабе. В факте, где лаба. Странный гелик очень. Ну, Hellraiser, да, вот стазисные ловушки надо по пути поставить несколько штучек просто. И Кас задолбается к нему идти, если не прочуешь, что там ловухи стоят. Хорошо, танчик вышел вперед. 10-1, все, вот кого надо покусить было, вот этот лезет вперед юнит и ловушки выманивает на халяву. Ну, Hellraiser хороший элемент здесь, вот еще одна ловушка от него ставится. Кас сбоку заходит, что он тут камни собирается шатать, да, шатает камни. Будет на ХГ скан, интересно. Может и будет. Здесь еще 50 энергии можно поставить. Еще одну ловушку сейчас. Здорово всем. Заметил, заметил, Кас, что здесь ловушка есть. Молодец. 3 архона, смотрите. Зилотов пачка просто гигантская. У Каса щитов нет, до щитов 8 секунд. Hellraiser бой, да, готовность щитов Кас принимать. Танки улетели за секунду буквально. Щиты вот только доделались, когда уже пол армии нет у Каса. И это, конечно же, для Hellraiser игра, скорее всего. Ну, здесь двух баз Кас идет вперед. Куда он так ломится?
Поспешил, щитов не дождался. Hellraiser 2.1 у кассы 1.1 до сих пор апгрейды. Тут не отбиться. Не отбиться кассу. Марики падают, все падает. Сейчас КД блинка будет. Уже прошел КДльчик. Один медивак Hellraiser еще кассу сбрил. И мортлы где-то сзади в хвосте плетутся. Ну а что делать? Плюс 3 архона дома. Но призма нет еще у Hellraiser. Ну даже без призмы он может идти и добивать, мне кажется. Кстати, вторая атака заказана очень грамотно с одной фаржи. Грейды штампует подряд. Бустит ли он их, я правда не знаю. Да, бустит даже. Все. Так, а здесь касик залетает, кстати. Дропом-то двойным. Феникс встречает. Нужен варп на мейн сейчас обязательно. А чё? Ой, Hellraiser варпит в атаку сейчас. Касс идет вперед. Разваливается. Конечно, здесь на ликвидисе армия просто жесть. Архона убивает медиваки. Сталкеров Hellraiser телепортит домой. Где они? На второй базе, да. Часть юнитов телепортнулась. Здесь зилоты что-то отдались. Что Hellraiser творит? На медивайк попробую сбить сейчас Hellraiser. Сталкеры переблинкиваются. И морду вперед чуть выпуская. Еще и медивак сбил, в котором марики сидели. То есть этот дроп бесполезен, теперь второй медивак пустой тупо. Каска СМ-ками, я думал, выйти хочет. Нет, это просто вычинка медиваков. Есть первые два либератора. Ну, Hellraiser много всего. Сейчас все в атаку пойдет, похоже. Да, с КСМ-ками выход пошел, что на красный. Часть юнитов заблочилась, КСМ вперед идут. Либераторы разложены, надо бы их минуснуть. Архон, кстати, нормально там с флешем бил по двум сразу же. До варп дилотов еще идет. Ведь если б марики не заморозились, касс, смотрите-то, может быть, даже бы и нормально подрался. У него две атаки было. Ну вот что значит 8 секунд щитов не дождаться. Не факт, что касс полностью игру бы выиграл, но тот бы бой по-другому прошел. У мариков плюс 10 хп у каждого бы было. То есть эта возможность контролить бы была более грамотно. Меньше потерять. Все, кстати, залился. Вот сейчас обрабатывается следующий турнир предыдущий. Это очень хорошо. Вторая карта нам нужна. Идем кассу. Здесь система, напомню, еще проведение другая совершенно. Здесь играет каждый с каждым, как и в предыдущем, кстати, в OSC Masters турнире в группе. Но здесь бо 3, не бо 2. У нас система проведения. Ну, все равно выгоднее 2-0, конечно же, выигрывать. Но можно выиграть 2-1, то есть.
Так, вернулся Варди, вроде стрим пошел у него, отлично, можно начинать. Так, ну что, Hellraiser Cass 1-0 повел, Hell. Я бы не сказал, что неожиданно прямо. Hellraiser неплохой проц. Cass же последнее время. Хотя вчера Cass хорошо в группе отыграл, между прочим. Нам шаром так мясо было такое. Смотрите, кстати, Sea Masters группу C вчерашнюю. Самая-самая последняя игра. Cass нам шар, там просто огонь, конечно. Я думал, что Cass уже все, но... Просто насколько Кас по макро, просто адовый, это жесть вообще. Именно на лейте, там гастов как собак у него просто лезло. Короче, победил Мишаня. Кстати, слушай, мне кажется, бодранула твоя таблетка, ты меня как-то даже... Кстати, ё-моё, я забыл совсем, мне ж Машу сегодня, ребят, еще надо будет забрать чуть позже 5. Буду сегодня с помощниками, вот, со своим комментить часопол, наверное. Вот, но это будет 5 примерно часов, через 20 минут. Посмотрим, как игра какая-нибудь кончится, я Варде отпишу, что отойду. Вот. Ну что, вторая карта Hellraiser Cass. Кстати, вторым у нас... Второй у нас матч, я скажу сейчас какой. Смерть на пороге. По расписанию Hellraiser Reiner должен быть. Вот, наверное, после этого матча. Но если сейчас долгой карты не будет, я пойду. Если сейчас 20 минут с небольшим карта будет, то после нее я пойду, конечно же. Сразу же в садик. Так, здесь контакт. Я сейчас таблетос спрячу этот. Маша не нашла, когда придет. Все, все. Ох, неприятное начало кое для Hellraiser. Пробка и сталкер потеряна. Сталкер на минку забрел здесь. Это не поражение, безусловно, для Hellraiser, но... Это не совсем нормальное начало для прокса, когда сразу юнит сливаться начинает. Рипер летает, что-то все катается, какая-то дичь творится. Ну это минус рипер залетел глубоковато, как здесь. Но еще пробку он минус не... Ё-мо, три пробки, только рипер один сбрил. Что за дела-то? Противоположное начало по успешности предыдущей игре. И почему-то не в Blink Hellraiser играет, в Роба первый, а здесь... О, здесь двумя факторками, прокси факта, реактор Барак и две факты, дома и прокси получается. То есть Протс думает, что здесь просто Тиран стандарт делает, а нет, Тиран здесь пушить будет еще и с двумя циклонами. А поверьте, на этой стадии, особенно когда сталкер отдан в начале, плюс Рипер удачи зашел, рабочих пошатал, экономику немножечко подубрал. Для Hellraiser будет просто невероятно сложно это все дело отбить.
Нужно батарейку добавлять быстрее, как можно быстрее. Лейзер этого не делает. Второй циклон приехал. Начинается фокус циклона. Минка прям вперед идет. Далеко косминку вкопал. Ошибка, считаю, это. Хеллрейзер, кстати, циклонов фокусит. Не, ребят, если так Кас будет контролить циклонов, отдавать, а Хеллрейзер так грамотно мариков отстреливать, у Каса ничего не выйдет тогда. Циклон бьет вообще сейчас непонятно что. Сталкеры дерутся отдельно. Все отдельно. Это на 2-0 похоже вообще. Привет, НСК Реалити, да, из игры, конечно. Сегодня был выбор... Сегодня был выбор корейцев постримить там Heroes Dark, либо из игры два турнира. Причем в этом турнире две группы. Еще в 21.00 будет, будет у нас этот группа Strange. Но, видимо, кончится все это до 21.00, и я прервусь, наверное, там ненадолго. Хотя, короче, посмотрим, сколько. Если час всего будет между ними разрыв турнирами, то тогда я не буду, наверное, прерываться. Так, блинка у Хеллрейзера нет. Кстати говоря, продолжает Кас тут мины строить. Steam будет у него. Да, пытается выйти в Steam, насколько я вижу. Хеллрейзера колосс строится первый. Ну, что-то раньше не делается с колоссом, не знаю. А, колосс и чарж. О, это фейкончик подъехал. Кстати, в Ходсе это очень такой частый был билд популярный. Когда... Так, нет, надо заказывать. Когда просто строили один колосс, заставляя тиранов. И даже в воле, по-моему, этот был билд. Я не помню, когда он появился. По-моему, в воле. Да стопудово в воле. Строился один колосс без дальности просто с робу Б. Тиран это видел, начинал строить викингов, а просто делал чаш архонов там и т.д. и т.д. и т.д. Так, 87, 84, блин, 53, 45 по рабочим. Пробки уже, дистанс майнинг начинают с третьей. Ну, Хеллрейзера в плюсе, экономика здесь уже. У Каса даже пока нет... Ну, вот заказал он третью ЦЦХу, но она только-только заказана. Нексус раньше качать начнет, а ЦЦХа пока в орбиталку сгрейдится. Пока перелетит, может быть, до орбиталки имеет смысл перелететь. Потому что... Хотя рабочих перебора тоже нет на этих базах, как бы. Циклоны залетают здесь кассовские. Ну, пришел Хеллрейзер сюда. Блин, чарж все делается. Где блинк-то, я не понимаю. Блинк очень-очень нужен сейчас этой армии Хеллрейзер. Почему он его сделать не хочет, я не знаю. Так, ну затишье тут. Перед бурей, конечно же. Опять у Каса щиты только заказаны. И опять он выход собирается делать. Опять что ли отдача будет на... без щитов. Да, за 8 секунд до готовности. Не знаю, ребят. Блин, Хеллрейз заказывает абсолютно верно. Цех полетела уже в орбиталку Грейжена. Ну, здесь рабочий перебор. Отсюда можно забирать несколько. То с нижней базы можно несколько забирать. Ладно, разбаню Неразима. Написал мне в личку. Братан мой. Братан Неразим. Нерадивый брат.
Игра возобновлена. Так, все, возобновляется игра. Готов Каз, готов Hellraiser. Ну, в этот раз третья цеха у Каса есть. Но она позже, чем Некс 3 была. Здесь еще две батарейки делает Hellraiser, делает грейды с одной фажи, правда. Уже пошли и Мортла, три колосса сделаны. Кстати, по ходу колоссов Hellraiser активно бусил, потому что три колосса есть, а рейнджа нет. Либо поздно, наверное, рейндж, скорее всего, второе, поздно рейндж заказал. Потому что даже если бустить трех колоссов, то рейндж доделается, при этом, то есть колосс у нас строит, сколько там, он секунд 50, наверное, строится, не буду врать, не помню. Вот, и если даже его в два раза ускорить, как бы, получается. Нет, а если в два раза ускорить, как бы, постоянно... А, бусты-то уже убрали эти, точно. Короче, нет, значит, просто поздно рейндж заказывается. Если даже колоссов полностью буст под бустом, чтобы они все время строились, они только на 50% быстрее строятся вообще. Четвертый Нексус пошел. Вторая броня. Hellraiser можно сейчас уже вторую фаржу на этой стадии было бы заказать. Плюс 2 гейта 8. Сейчас будет до этого на 6 жилые выход пошел. Новогодняя амнистия. Да не, молодняк разбанил просто, ну, если что, я думаю, выпилю на совсем уже, как бы, и все. Здорово, Акирыч. Там разбана не будет. О! Смотрите-ка, вышел патч, что дестабилизатор с задержкой стреляет. Видите? А я и не заметил этого патча. Совсем, наверное, в автоматическом режиме. Все, еще 193-163. Четвертый Некс уже готов. Ну все, сейчас атака последует от Hellraiser. И я уверен, что пробить он пробьет сейчас кассу. Надо сталкеров отблинкнуть назад. Ну как они так на мувит вперед идут? Надо вот сразу в бок их переблинкивать куда-то, чтобы они пропускали других юнитов вперед. Вот и все. Сверху касс отваливается, снизу касс отваливается. Аркона зелки растоптали кассу. Смешно. Смешного ничего я здесь не вижу. Рот Симба надо было написать еще. Ну, кто-то налил на испорте пилит, смотрю, по мне по одному центу приходит, все приходит. Давайте, мне надо 50, чтобы подняться просто. Слушай, мне кажется, работает. Может, я, конечно, эффект плацебо это такой, но мне кажется, что сработало, потому что я как-то пободрее стал. Я уж хотел вторую закинуть, но потом подумал, блин, еще спать не лягу сегодня, и это будет перебор. Ну, вовремя, в смысле. Хотя, как я не лягу, я 5 часов спал. Начну опять фуллаут лепить до 5 утра, блин. Вчера он у пацана, тем более, забрал этот пушку, короче. Посейдон там этот, которая должна, ну, солнечная там это бить жестко. Посмотрел уже, думаю, блин, какая-то пушка, ну, халявная. Посмотрел, погуглил, ага, можно зарядить ее там, типа, жестко она будет бомбить. Пришел, непонятно, как зарядить, у меня там уже миссия пройдена та давно. Ну вот, короче. Открыл локации, все уровень получил там.
Так, ну что, Рейнер против Хеллрейзера сейчас будет у нас. Как вы понимаете, рекламу пилю полчаса не пилил. Помните про отлоки, поддерживайте по возможности. Вот. Переименовываю стрим. Пуши как серебро отдал сундук, а мне тоже как бы совсем не смешно на самом деле. За колес TGCI скажет, кофеин бензоат натрия называется. На стриме тут по всем областям станешь грамотный, как это, как в Fallout'е, все прокачаешь, и медицину, и науку, там, и красноречие, и бартер, там, да, и т.д., и т.д., и т.д. Что с Варди случилось? Опять он куда-то? Так, сейчас я посмотрю, пока никто не создал.
Так. Какие биткоины я нашел? Мне что-то по улице ходил, ничего не нашел вроде. Не видел биткоинов никаких. Так, зову всех на хвост. Так, кажется, Варди не будет стримить сейчас. Он, похоже, по реплеям, ребят, будет стримить данный турнир. Я так понял. Так, давно корейских турниров не было, да он Хиро с Дарком как раз бьется. Сейчас, кстати, какой там счет, доиграли они или еще нет? Вопрос у меня возник. Нет, еще играют, ребята, они до сих пор. Ну и что, матча, я думаю, что уже после Нового года все сезоны корейские. 5-4 счет в пользу Дарка. Ну и до 6 побед, ребята, кстати, напряжный какой матч там, да? Бу 11, но все карты играются, там, получается, 2 всего осталось. Точнее, та, что играется, одна. И до сих пор непонятно, кто победит. Хиро может 2 подряд взять, или Дарк сейчас одну возьмет и победит. Непонятно. Прикольно, если 5-5, и в бу 11 последняя решит. Вот это называется, ну, напряженная борьба это называется. Напряжометр, хотел я сказать. Ну что, Рейнер против Хеллрейзера у нас, ребят. Вторая игра, первая бу 3. Аж час, блин, длилась. Такими темпами и до 9 мы достримим. До второй группы. Но я не думаю, что дальше все так будет долго идти. Просто были... Касса мы ждали минут 15, потому что он завтыкал, что-то не пришел вовремя. Потом мы ждали Варди, его дропало. Второй раз там его дропал из репки. А, не из репки. Пауза была в игре. Короче, вот так вот там было. При этом всем Hellraiser 2-0 победил. То есть три карты и не потребовалось. Ну, Рейнер Hellraiser, интересно, как готов Hellraiser ПВЗ играть. Рейнер молодой, как бы не самый сильный зерк, это точно, в Европе сейчас. Но он очень, очень силен уже.
Так, адепт на вторую пролетает, кстати. Ё-моё, время-то 17.06. Ладно, сейчас после этой карты, это в садик, куда я забыл, правда, совсем просто не в садик-то надо идти, ребята. Да ладно, быстро я слетаю туда. Главное, чтобы игра не была полчаса, это, а то это не очень будет. Спурочку ставит. Рейнер два дрона потерял. Спурку заколол, собак потерял. Один адепт все это устроил. Один адепт что устроил, это хорошо, потому что было пару адептов погибших, то для Hellraiser-то не очень выгодно бы было. Вот у нас грелка летит, видит овер это, нечего не видит пока. А Рейнер грелку спалил и в эту сторону увел. Смотрите, красавчик просто. Просто красавчик. Спалил грелку и увел против прошлого. Я вообще на его месте сюда конится. По самому краешку, чтобы газ не спалил. Просто улететь, вон сюда встать и нафиг. И не факт, что грелка найдет этого овера потом. А потом можно скорость овером сделать, которая на поздней более стадии, конечно же, эффективна всегда. И заморфить оверсиры и спокойно уйти от любого юнита отсюда. Там Дарк все-таки катает. Ну, блин, ну Дарк шататель, я смотрю. Он там интересные стили, дропы там агрессивные делает. Так, ну бегает Рейнер, везде пытается подоткусить что-то от Hellraiser'а. Hellraiser'а третьих, 47-54, по рабочим близко, это важный момент. Еще тот овер, который сныкан был изначально, прилетел на разведку. Пять гейтов Hellraiser на третий ставит. Чарж делается, архивы темпларов, то есть возможен какой-то пуш, я так понимаю. Ну вот это что за перевод пробок? Приехали с минералов, все назад поехали. В итоге, блин, не эффектив, лучше позже его бы уже, по факту, конечно, был готов. Так, призма вперед полетела, газ только на архонов пока будет, но чуть позже и минералы подъедут, сейчас тут некс начнет качаться и будет попроще. Hellraiser бустит даже рабочих на третьей базе. По рабочим же почти нагнал Рейнера, кстати говоря. Ну все, архивы темпларов готовы. Нужен варп. Четырех штурмовичков. Одна... Так, зилки пошли сразу. Четыре штучки. Зилоты сливаются. Все штурмовики морфятся. Не видит Рейнер, где находится Hellraiser. Сейчас на засадить архонов. Прикольно, кстати, скин у них такой какой-то. Как у адепта у них такой значок сзади. У этих архонов. Феникса. Силки в никуда ушли. Может, надо было помочь пушку убить зилками архоном. Зилкам архонами. Не уверен я. Так, здесь у Hellraiser'а все абсолютно прикрыто, все хорошо. Фотонка на второй, батарейка, два адепта. Призма вернулась с архонами, здесь тоже уже один архон есть, плюс дилы-то есть. Блин, какие бычары они с этим скином тоже. Где у них голова-то вообще не... А он с таким рогом они, короче говоря, в этом скине. Здесь не получится гидрой так просто сбрить. Собаки там, собаки здесь. Рейнер начинает камни выпиливать. Зилота не видит, который сверху стоит. Зилота сразу под фотонку желательно отвести. Странно, что здесь зилки одни пришли у Hellraiser'а сюда. Здесь вот эти зилки плюс один архон, и эта гидра вообще может не уйти.
Там Люркер Дэна у Хеллрейзера Нексус третий, четвертый делается. Так, заметил Хеллрейзер, что здесь Люра. Люра готова уже. Ну, 166-193, блин. У Хеллрейзера все хорошо, но маловато, считая Мортлов, я как-то в миксе у него. Вот если сейчас сюда Люра вкопается, через вот этот проходик между гейтом и вот этой вот рельефом, ему будет очень сложно зайти сюда. Так, собак, Хеллрейзер чай принимает. Здесь Люра пришла. А прикиньте, 5 гитов минус. Это просто минус весь продакшн почти Хеллрейзеровский. Варпит Дилотов, чтобы сплэш минимизировать. Поломился через этот проход. А обсервер-то есть вообще здесь? Обсервер сзади летел. 1-0 Рейнер. Печально, но факт. Мало того, что позиция ужаснейшая, так еще и опс не понятно. Хотя нет, смотрите, Хеллрейзер здесь это обьется точно. Выпиливает Рейнер обсерверов. Их батарейка вылечена. Ну, кстати, на лимиты просто. Везде Рейнер набегает, потонко падает. Хотя сейчас собаки эти на самом деле не убьют здесь ничего полностью. Но вот гидрой могут и убить. Тем более мотлы подставились. Гидрас разваливает. Архон пришел, падает. Падает. Им еще зафокусил сейчас Рейнер. Зилки тоже отдаются сейчас очень-очень быстро. Здесь надо варпи. Тоже сделать и сейчас погибнут. Покидает Хеллрейзер матч. Это ГГНчик. Это 1-0 Рейнер. Так, вон у нас следующий матч все здесь. Так, ну сейчас я вам FPAD кого-нибудь поставлю, просто не ставить стрим чужой. Хеллрейзер Ютермал. Так, ну что, ребят, сейчас я МФП поставлю от Hellraiser, видимо. Вот он, наш игрок. Вы пока посмотрите его, а я Машу заберу, потому что она меня там уже стоит, ждет наверняка. Вот, сейчас ФП поставлю.
Все, ребят, короче. Рейнер 1-0 повел. Смотрите, от Хеллрейзера FP. Сейчас я вернусь очень скоро. Машу заберу из сада. И продолжим смотреть турнир этот. Рожденные выстоят! Мой папа не всегда первым делом разрабатывал это. Сияние совершено.
за Айю. Рождению конец. Мы такими темпами все до Лейта затянем. Жизнь за Ай. Жизнь за Ай.
иди ко мне сюда. Так, ребят, все, я вернулся. Да, да. Вот какой противный узел. Да. Эти узелы мне надоели. И что, был уже узел когда-то? Подожди, еще. Пап, сколько ты там? Да что-то не получается, у меня ногти маленькие. Не зацепить. Сейчас у меня получится. Получилось? Ну, получается. Папа, я тебя вот на кресло катаю. Да? О, как хорошо. Все, мы завязались. Мы... Не раздевайся, сейчас я пока включу. Фух. Так, сейчас звук вырублю. Так, что здесь скачет там такое? Так, ну что, придется порестримить, потому что Литермал Хеллрейзер сейчас у нас уже матч начинается. Так. Hellraiser 2-2, 0-2, трейнер он отлетел. То есть совсем чуть-чуть, кстати, мы не успели здесь с Машей. Вот. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Совсем-совсем чуть-чуть мы не успели. Ну, в следующий успеем. Что такое? Так, секундочку, ребят. А, что случилось? Так, и Чарлик забегал, да? Машуль, что ты там берешь? Не, я просто А, все правильно. Такс. Мне надо посидеть. Сюда положи. Давай. Вот так. Пап, один носки носок. Пока. Так, паузу я термал впилил, что-то не знаю, что. Пап, где второй носок? Там, завалили мы, наверное, его. Тут шатает Ютермал Хеллрейзера. Интересно, как Хеллрейзер с Ютермалом играет, потому папа, что... Сделай мне.
Ютермал прогнозировал, что Hellraiser как-то и на Вечно убьет, было дело, кто-то говорил. Но что-то не получилось и на Вечно убить. Кофе, Маш, не трогай, там уже грязь, надо помыть ее. Там это остатки кофе. Пойдешь ко мне на ручки? Папа, это что? А резинка какая-то. Звездочка. Да. Все здесь. Иди ко мне. Маме надо позвонить, чтобы она сюда ехала. Чарли. Чарлик, иди сюда. Папа, где опять колесо? Что, я не знаю, Маша, куда ты делась? Ну? Пропало куда-то. Колесо вот это не подойдет. Что, папа, надо звонить, что ли? На автобус идет уже. Позвонит потом, не будем звонить больше. Ребят, ну и термала больше, чем Hellraiser, а третья цеха у него. Ну тут две фар... О, Nexus отменил, это печально. Ой. Ко мне полетешь. Папа, смотри, какой вот с такими длинными лапами спереди. Вот эти, что ли? Нет. Как то? Там с длинными лапами, я чуть не вижу. Здесь человечки исходят какие. Так, ну Hellraiser 2.2 заказал из положительных моментов. Вот, вот эти. Маленькие, снизу которые. Не, большие. Кеш тебе их и показывал. Вот эти высокие, да? Угу. Да, это такие мощные ребята. Они очень хорошо. Кто? Что они очень хорошо? Ади сражаются, дерутся с другими всякими человечками. А вот кто сильно. А вот кто молотком их всех повозбивает, то это дело. То все, их не поставают. А кто их молотком-то поразбивает? Что это тут придумало? Ай! Тигр всех сильней. Да? Да, тигр всех сильней. Алло. Да, ты где? Ну давай, сюда и все. Быстрее. Да. Когда ты выйдешь-то? Давай. Нормально, все, давай. Папа. Да. Слушай. Да. На кухне вот что? У тебя вон там что-нибудь есть? А, хочешь что-нибудь скушать, что ли? Печенюшки-то мы сегодня не купили вообще. Ну да, печенью. Ну да. А что там, там есть? Нет уже, наверное, ничего. Да ничего там нету. Надо ждать домой, пока придете потом. Надо тогда что-нибудь посмотреть. На разведку пойдешь? Туда, на кухню? Ну давай. Только надо свет включить. Да, давай посиди пока здесь немножко. Вот так. Пап, смотри, что за маленькие такие самолетики. Да, сверху самолетики, снизу человечки с автоматом. С каким автоматом? Ну, с таким стреляют. Ой, с игрушечным. Рыбка! Большая рыбина, да, там? Угу. Так, ну тут что-то дропами, смотрите, ютермал разводит. Hellraiser 180, ютермала 200. Да и непонятно, как ему драться сейчас. Hellraiser, я имею в виду. У ютермала очень много танков, сразу первый падает. Папа, все в куче. Ой, сколько... Кстати, Hellraiser хорошо дерет, смотрите, он в хлам просто. Ё-мо, ничего себе тут имморталов, сколько в миксе, вы посмотрите только. Hellraiser катком прошел с ютермал армии, и даже колосс ни один не погиб, и дроп сбил. Это 1-0, похоже. Машуль, держись за меня, сейчас я зайду. Держусь. Так, Hellraiser повторы смотрят. Это один, это первая карта еще только вообще. 1, 2, 3, 4.
Ой, рыбка маленькая только поплыла. Ты видел, да, какая? Ой, папа, два кота, какой-то, не знаю, еще один кот-колобок и с таким лицом, с открытыми глазами, да, не знаю. Тише, вот. Маш, не упади, главное. Хеллрейзер, ребят, что-то я не понял, он нападать-то рыбка. Будет или нет в этой игре вообще? Рыбка. Папа, рыбка. Папа, ты видел, как рыба поплыла? Ты видел? Да, видел. Вот так. Все, прыгаю в игру и досматриваем. Здесь матч. Слушайте, Ютермала-то много здесь, лимит. У него гасты. Хеллрейзер еще, конечно, подварпал здесь не слабо. Так, я сейчас проверю, точно я в игре или нет. Да, я точно в игре. Ой, рыбка! Да? Вон еще рыбки. Ребят, вон проблема в том, что у Термала 4 базы. Вон. Вы посмотрите, Хеллрейзер умудрился эту игру проиграть сейчас. Это настолько фейл просто жесткий, что прям... Я не знаю, как можно было слить. Все, что нужно было Хеллрейзеру после того, как он ее Термала убил в центре, пойти и просто оклик сделать в четвертую цеху планетарку. 6 имморталов, они убили бы за секунду бы просто. Максимум за пару-тройку. 1-0 ее Термал, ребят. А то, может быть, что-то я устала. Полезла туда? Да. Пойти тебе свет включить там? Нет. Я вот тебя хочу покатать. На кресле покатать меня хочешь? ГСМ готов. Давай, попробуй. Папа. Ножку снимай. Ой. Ну, какая ножка. Вот. Давай. Опа, хорошо как. Сейчас наушники надо положить, только чтобы не мешали. Давай. Оп, какой. Только тебя, конечно. Тяжело, да? Ой, как быстро. Голова закрывает. Новый интерактив. Ребята. Устала тебе. Ну сюда, ко мне сюда. Потом я тебя покатаю. И заплю. Посмотрим сейчас игру и покатаю тебя. Пап, смотри, маленькие огоньки. Пап, смотри, маленькие огоньки. Да? Где? Вот. Где? Вот эти, что ли? Красненькие или какой-то, имеешь в виду? Вот эти вот. Вон. А, искорки такие. Да. Искорки. Это строит вот этот человечек. Вот этот дом. О, какая звезда. Твою звездочку никогда не... Папа, что это, звездочка новая? Нет, та, которую до этого ты видела. Пап, а вот тогда это кончится, ты новую купишь. Угу. Понял меня? Она долго кончается. Ты да? Что тут раскомандовалась, что ли? Хочешь, чтобы тигр тебе куснул? Это я тебя куснул, а у тебя за нос. Меня куснешь меня? Да. Ой. Не надо кусаться. А что ты меня собралась кусать? Чтоб ты не командовала тут. Перестройка завершена. А я тебя сама кушу, как будешь тебе знать. Да? Да. ГСМ готов. Ой. Папа. Да. Если ты мне будешь вот так пальцем наводить, то мне больно. Кто тебе поцарапал-то там? Нину. Как? Нина. Это кто? Девочка? Нет. А кто? Воспитатель. А как она тебя поцарапала? Я держала на стол. Зачем? Я не знаю. Кстати, что я не сказала, что больно тебе? Потому что я плакала. Ты плакала? Да. В смысле ты плакала? Да потому что... Рассказывай. Ты что, она тебя обидела, что ли?
машину. Я здесь. Нет, среди это я тебя. Домой хотела. Да? Да. Ой. Что так ли? И что, я не понимаю, что она тебя за это поцарапала, что ли? Не знаю я, почему она меня поцарапала. Исследование завершено. Ну, ясно. Я здесь, среди теней. Ой, смотри, кто такой бегает. Смотри, вот, вот. Это да, тоже. Поехали, смотри, какие машинки поехали. Ой, проблема у Hellraiser. Конечно, здесь определенно есть, но не сильно. Да не рыбку, это машинку поломали. Я здесь. Нет, рыбка с таким хвостом. Ай. Вай, вай, вай. Да, Чарлик-то ревнует. Где он, Чарлик? Ушел куда-то. Чарлик! Туда. Прилетел. Сейчас мы ему погладим. Ну куда ты его бьешь-то? Сейчас мы его погладим. Я так, Машуль, давай-ка посмотрим. Hellraiser-то здесь блинк-пуш делает, обратите внимание. Пришел, а здесь два танка и бункер. Папа. Да. А где сердечко мое? А где сердечки мои? Так, ну это надо спросить тут, где сердечки вообще Машины. Да. У товарища из чата. Я не знаю, кто их украл. Ну-ка, листаем. Сейчас все пролистает, будет сердечко. Сколько нас... Да сейчас пришлют, похоже, я думаю. Так, сразу же, ребят, передумал здесь Hellraiser пушить. Ну, отставание уже серьезное у него в этой игре просто нарисовалось. Ну, что ты тут сидишь? Просто сижу. Просто сижу? Да, смотрю, нет ли еще поесть. Ой, папа, лягушка! Где лягушка? Да вот. Зеленая. Вот. Ага, лягуха, да, там. Не лягуха, а лягушка. Да. Вон еще лягушка, две лягушки. Ква, ква, ква. Квакушка, лягушка, да? Квакушка, лягушка. Ты сам квакушка, лягушка. Пим. Ой. Да, видишь, по дому стреляют. Они вон, чтоб не стреляли, вот этот вот стреляет, видишь, танк. Чтоб по дому не стреляли. Так, ну Hellraiser позже, третий ставит. Вообще все очень плохо, конечно. Я не понимаю, как Hellraiser предыдущую игру проиграть умудрился. Потому что надо было напасть просто сразу. И все. А Hellraiser тянул. Ой, что, их поломали? Фу. Вон, смотри, сердечки-то ты говорила, где вон они все. Ох. Вот. Вон сколько сразу пошло, да? Угу. Вон, тебе папа еще. Наставили, ребята. Ой, ой, папа, смотри, у белочки маленькое сердечко с квасными. С квасными. И тебе еще. Так, Hellraiser пушит. А еще розовое сердечко мне. Да, розовое все тоже. Тебе там, все тебе. Да, и розовое. Угу. Маленькая розовая тоже. Вот еще маленькая розовая тоже у меня. Да. Тоже тебе нашел. Да, всем нравится. Да. Пап. А сердечко-то еще будет? Ну-ка смотри, ребят. Смотри, сколько было-то уже. Кто ж тебе? Много-то нельзя тоже слишком. Да? А, ну может быть еще наставить. Может еще наставить. Ну да. Ой, еще
еще одна маленькая сердечко мне вложили. Вот это тоже мне. Вот это вот маленькое тоже мне. Вот, это тоже мне. Тетя, ты думаешь, там кот какой-то еще видишь? Да. Так, вот сейчас, сейчас очень криво, ребят, Hellraiser дерется. Вместо того, чтобы встать на халде, сталкерами и мортлами убить депошки и потом туда зилотов запустить, он как-то все через оклик ведет. Ну, кстати, даже так он почти выпилил. Папа, а еще вот эти голубые сердечки. Да. И голубые тоже. Да, все тебе. Да, все-все. И он еще важный. Их так еще немного ставили. Наставили сердечек столько. И водные, и голубые. Что это такое? Классно. Что это такое? Много сердечек. Ну, ее термала, кстати, подвело то, что счетов у него было. Все-таки Hellraiser при всех небольших недочетах, которые у него были, косячках, он все равно продавил. Маш, тише, не упади только. Не упади. Ой, папа, Так, не, ну если сейчас Hellraiser не дожмет, это странно будет. Но он должен дожать, обязан просто. Просто делает и сталкеру Hellraiser и все. Танк не может убить, правда. На халде он все стоит. Ой, как по кумарике урона наносит. Это жесть какая-то просто. Пап, смотри, какие самолеты с огоньками. Кстати, у Hellraiser, обрати внимание, пуш какой. Газ только на мейне добывается. Вторая, третья, безгазовые вообще. Очень сильно обсервера не хватает или чем-то. Вот одного по адепта Hellraiser надо сделать. Иллюзию сюда послать, сталкерам Блинкусу танки выбить. Папа, надо да. Папа, смотри, желтые. Вот эти вот буквы тоже мне. А почему сердечек нет, не знаю. Да? И он еще ну, не расстраивайся. Будет. Я и не рассматриваю. Буквы желтые, это имя там написано. Где желтые буквы? Вон. Слушайте, ребят, вот Hellraiser опять опасными чрезвычайно вещами начал заниматься. То, что он тупо не додавил сейчас Ютермала. У него больше боевого лимита. У него 2-2 апгрейды и атака на танке, а у Hellraiser 2-1 только. То есть у него хуже грейды, и как ему... Ну, у него лучшая экономика намного, 57-27 по рабочим. То есть он сейчас переварпит просто, естественно. И Mortal сейчас выйдет. Ну, и Термал прямо ко второй базе, кстати, идет, и Hellraiser видит, что он двигается к нему. Что-то хочется на кухню сходить. Да? Свет включить. Может, ты сама там не включишь, наверное, свет. Дотянешься, не дотянешься, ты прошли. Так, пошел бой, решающий бой. Hellraiser юниты что-то на муве идут. Че себе ее термал-то? Папа, а на что мы вот на как вторую. Да. А с кого мы на кресло будем? Сейчас будем. Неужели Hellraiser вторую игру победную проиграет просто? Я в это отказываюсь верить, но похоже, что это так. 15-47 по лимиту, ребят. Все, ничего не сделать Hellraiser. А все потому, что здесь не дожал просто. Ну, ё-моё. Это ГГ, братва. Жесть просто. Давай, залезай сюда. Ну, ребят, вы видели.
Hellraiser опечалил всех, конечно, но тут ничего не поделаешь. Надо было добивать, потому что давать шанс тирану в такой ситуации. Там грейды великолепные, там все прекрасно просто. Не вышел ни в дарков, ни во что. Вот просто даркшайн запили в такой ситуации, ребят. Пару дарков. А я всем рассказываю, что происходит. Почему там человечки одни победили. Хотя бы даркшайн закажи, два дарка. На другую сторону. Один к тирану, один дома на обороне. Все, там две ЦЦхи, сканов нет. Все в мулах. Ну а простыми юнитами выиграть не получилось, как вы видите. Пап, смотри, а вот этот самолетик маленький, который был там, он остался. Где? Оп, приехали. Приехали. Вон тебе сердечек, смотри, сколько еще. О, видно. Пойдем на кухню, дойдем, да? Пойдем. Ой, папа, работа начинается. Да? Что-то Чарлик там. А, он с мячиком там. Давай-ка возьми-ка ему кинь мячик. Ой, не дает. Играет он. Вот. Ну не надо бить его. Ты мячик бери, не бойся, он рычит, он хочет, чтобы отобрали его. Не бойся, не кусит тебя, ты чего? Боюсь. Ой, я не забыл, чтобы меня укусить. Да? Да. Нет, он. Что тут рычит зубастый? Кидаем. Чарлик, мячик. Кидай. Что ты, как Чарлик бесишься, что ли? Я просто, ну, смотрела, как он смешно сбежал. Угу. Кто вы с ним? Хорошо, не надо эту штуку трогать. Так, ребят, Cast You Thermal далее у нас, так понимаю, будет. Поработали в руку. Так, сколько время? 6:08 у нас. Да? Чарлик, ты куда под ванну-то попал? Как ты его не трогала там? Чарлик, это на то он что-то под ванну полез. Чарлик, иди сюда-то. Как замахнул с тобой?
Как замах? Ну, с топориком. А из елки вот угли. Пык-пык-пык! Зайчик там. Зайчик белочка. И за зайчик с белочкой. Чарли! Вай! Чарли! Чарли, где мячик-то? Чарлик. Вон у меня Чарлик. Ой, у меня мячик. У меня. Папа, у меня. Папа, у меня. Папа, да. У меня. А он что, спрятался, не хочет выходить, боится тебя. Почему? Не знаю. На! Чарлик. Ну что, ребят, Кассию термал. Погнали. Иди ко мне, поедешь сюда. Вай. О, смотри-ка, самолет летит. Давно не летали, да? Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Не видно ему, облака сильные. Ты знаешь, почему я Чарлика прыгнул? Почему? Чтобы он в самолет не прыгнул. Да, самолет, да он не любит, он сам боится самолета. Вон он рычит. СМ готов! Нашел. Иди ко мне работать, помогать будешь. Иди ко мне, разбаловалась уже. Куда ты? Ну давай. Чарлик не хочет, он в окно смотрит, он сейчас там не будет играть. Так, ребят, ну что пока здесь по билдам-то? Касс в третью халявничаю ЦЦ-ху играет, Ютермал прилетел и Рипера кассу забрал просто. Вот это фейл называется, прям дома. А может он вперед Мариков вылетел? На, возьми. Папа у меня, и тогда Чарлик лезгой с мячик, я его вот так потяну. А я ему играю, я мячик даю и отбиваю. Смотри, не дразни его сильно, а то разозлится. Так, у Ютермала третья прям снизу пошла, цеха, ребят. Держи. Циклоны строятся, два рипера стоят. Касса очень какой-то странный билд. Steam заказ, два барака. Жустарпорт делается. При этом всем третья цеха уже есть, самое интересное. Маш, ты что делаешь? Зачем ты его бьешь? Ничего. Зачем ты его по морде бьешь? Он же друг твой. Я его не играю. Ты дай ему мячик, а не бей ему. Тогда ты. Сейчас еще в банк, я дам полбу. Я тебя так. Я тебе сейчас подскажу. Ребят, минус касс, 3 циклона, 2 рипера приехали.
Посмотрите, просто что творит Ютермал. Вот это контроль называется. Просто контроль, ребят. То есть КАС выходил в Steam раньше, Ютермал снизу цех устроил, но у него были циклоны. Он приехал и в лоб просто КАС убил. Иди ко мне лучше. Нет. Чего нет-то? Не хочу, потому что. Ишь ты хитрая. Ишь ты какой хитрый. Я-то чего? Ишь ты какой хитрый. А я вот такая. Усыпается. Лисичка. Видит таблетка. Слева таблетку. Машуль, сегодня вторник, кстати, день. О, вторник. Угу. Еще 3 денька надо в садик будет походить и все. Не, еще уже 2. Ну, завтра 2 будет, останется, когда завтра пойдешь. Иди ко мне сюда. Папа? Да. Я сколько раз говорила, смотри, вот этих 2 мы, вот эти мы уже походили. Угу. И вот началось вот столько. Да сколько это? Это 3 же. Нет, и останется вот столько сегодня. Бай. Да. Ладно, хорошо. Бай. Пусть так будет. Да, потому что... Считать-то учиться надо. Вот смотри, 5, видишь, пальцев. 1, 2, вот видишь, остается сколько их? 3 осталось. Но завтра, нет, когда нет. Пойдешь, уже 2 останется. Понимаешь? Так что можно сказать почти что 2. Нет. Ничего страшного. Там. Скоро елка будет и все. Папа, ты скоро елку-то будешь ставить? Куда? Куда-куда? В комнату. Куда-куда? А еще же куда? А здесь не будет, если только там большой комнате у мамы, у бабушки ставить твоей. Ребята. 1-0 Ютермал. Вы видели сами предыдущую игру, рекламу пильнул. Так что просьба отблоки отключать, поддерживать по возможности. У нас что далее это? У нас далее вторая игра КАС Ютермал. Если так дело пойдет, то очень плохо это для КАСа будет. Пока, кстати, давайте посмотрим, какая ситуация была. Еще и Hellraiser как-то Ютермала, он мог выиграть 2-0, а проиграл 0-2. Вот в чем интересное самое. Так, ну, Рейнер 2-0, Ютермал 3-0 сейчас идет уже. А, нет, Ютермал, да, Ютермал 3-0, из кассы будет 4-0 будет. Hellraiser 2-4. А, ну все, Hellraiser 2-4. Взял бы карту, было бы 3-3 у него. Шансы были бы выйти, конечно, да. Теперь только у Каса шансы есть выйти. Ему нужно убить Ютермала хотя бы раз и Рейнера сейчас убить потом 2-0. Тогда будет только шансы, похоже. Ну что Hellraiser-то он отлетел 2-4. Ну, либо Ютермал всех убьет, а там между 3 будут игроками какие-то. Переигровки или что-то там по картам будет как-то решаться. Если все они будут 1-2 по статистике идти. Других вариантов здесь просто нет. Так. На Твиче ботов нет. Я уже 500 раз говорил, ребят, никаких у меня. Поэтому либо у других просите, либо я вам скину. Улучшение командного центра завершено. Кто там? Смерть на пороге. Никто ничего. Никто ничего? Рейсэм готов. Я тут занимаюсь заявкой. Папа. Да. А чё сердечек нету? Так они же... Видишь, тут новое всё пишут и пишут. Они вон сверху остались. Вон, видишь, они... Может, сейчас ещё, наверное, пришлёт. Я буду пока зарядкой заниматься. Зарядкой? Да. Вот ты как даешь. Ноги вниз и вверх. А гарантия пузо нанимаю. Ноги вот.
Так, ну здесь Кас победил, смотрите, Рипера и Чермаловского, молодец. Это хорошее начало. Может, еще пошлем. Наши КСА атакованы. Да. Наши. Пристройка завершена. А тут говорят, что пошлют. Что еще пошлют? Я вляпался. Че? Говорят, пришлют. Ну, значит, пришлют, конечно. Говорят, пришлют. Отделаем. Нашим. Чего он не работает, а? Я хочу включить мощность. Так. Надо как-нибудь вот так. Смотрите, сердечки опять пошли. О, вижу две сердечки. Угу. Слышь. Потом, а еще говорят, еще пришлют сердечек. Да? Ну, раз говорят, значит, пришлют обязательно. Смотрите, ребят, три циклона в этот раз танк у Каса есть, поэтому без шансов. О, папа, одна белочка и две сердечка. Да? Она, а там был хлеймак. Такая вот белочка. Пап, смотри, она мухой махает. Угу. Ладно, я буду ой, папа, и... а вот эти сердечки у меня наверх входят. Угу, я же говорю, они там просто пишут и наверх уходят. Да. Вот эти сердечки не пишут, а шили. Так, и Фермал Две Армори, ребят, шили. Делают. Это мех будет от него. Еще, наверное, пришлют. Говорят, а говорят, что еще пришлют. Да. Ну, сейчас пришлют. Скоро уже мама приедет. Да. Ух. Ух. Папа. Да. А я тебя тогда ты... Ну, а тогда ты вот... Тогда меня тут на Чехова нету. Я вижу тебя в таком же бело... Все вы в этом твоем светове. В компьютере, в ноутбуке там... О, смотрите, как тебе пошли. О, еще сердечко. О, еще сердечко. О, сколько. Мне еще пришлют. Мне еще... Говорят, еще пришлют. А кто их шлет, я не знаю. Да кто он же, видишь, это имена, тут люди сидят. Просто они дома у тебя за компьютером сидят. А тебе присылают. Ой, папа, смотри, слоник. Да, с сердечком. Смотрите, Кас выдвигается, кстати, хорош куш идет. Ой, еще сердечки. Вот, для самую тяжелую елку. Никаких вырубаний. Искусственная елка. Деревья в лесу должны расти, да, Машуль? Mm-hmm. У нас елочка маленькая, видела, есть мама купила, будем ее сажать. Купили саженец там, украсим ее. А потом посадим в деревню у дедушки, да? Mm-hmm. Конечно, они должны там расти. Папа, еще мы ее пересадим на другой горшочек. А еще корни там только... Угу. Ой, а темный... Так, 102-105. Вот сейчас просто Кассу. Вот сейчас перевести танки вот сюда. И все, он победил. Но зачем же это делать? Надо постоять, подождать, пока у оппонента тоже танки выйдут. И уже не сможешь ты побеждать нормально. Опа, мама.
ребят. Каз все-таки развалил ютермал, я извиняюсь, надо было дверь открыть. Неси его мне сюда. Вот. Положи его в коробку. Хорошо, чтоб теперь знать, где лежит. Меня дома нет. Так, сейчас, ребят, я приду, секундочку. Так, ребят, у нас же здесь будет 3, а не до 2 побед, как Sia Masters Cup. Я совсем про это забыл, поэтому заново здесь начинаем. Третья карта у нас. Сейчас я провожу Машу. И уже буду здесь с вами. Ну, кстати, остается матчей-то у нас сколько? Ютермал Кас, Ютермал Рейнер, Рейнер Кас потом. 2 ТВЗ дальше будет. Вот так вот у нас будет. У Рейнера Ютермал прям интересно вообще. Угу. Смотрите, что Ютермал творит. Но это не 3 барака рипера, как он любит играть. Это 2 барака рипера от Ютермала. Но на сколько, смотрите, 20-17... Почти на 10 секунд опережение. Ну, на 9 где-то секунд опережает Ютермал касса по риперу, таймингу. Сейчас кассу надо просто бункер ставить на ХГ. Но на этой-то карте не только здесь можно запрыгнуть, а можно вот здесь везде прыгать. Здесь как бы, поэтому опасно. Крайне опасная ситуация вообще. Так, ну что, КСМ вперед едет. Фу, Ютермал Каст пошел рипера перехватывать, а Ютермал оказался ловким ковбоем. Его риперы быстрее пистолеты достают из-за пазухи и просто пуф, залпа, минус рипер. Но Ютермал все, 4 рипера построил, здесь 2 бункера, понял, что дальше ловить нечего, как бы и завершил сейчас этот прессинг.
Такие вот дела. Сейчас, ребят, секундочку. Системы наведения включены. Давайте что-нибудь взорвем. СМ готов. База атакована. Пристройка завершена. Так, ну что же. Ну да, самая быстрая рука Запада. Или Голландия вообще-то. Смотрите, два скана пришлось Ютермалу потратить, но он понял, что без двух сканов Баншута не сбить, кстати. И ведь у Ютермала вторая цеха уже, а у касса нет. То есть он еще сейчас по экономике касса опередил серьезнейшим образом. Еще одна банша летит. Касс Рипера и Ютермалу на Ксилнаге здесь брил. Но вторым-то Ютермал точно не отдаст. Странно, Кас, как-то харасит здесь Марика. Один этот винт, стабилизирующий этот, задняя лопасть, короче, от банши отлетела. Но если бы Кас не нашел бы КСМ-к эти бараки, он вообще по триперам, наверное, отлетел бы. Вот, но в итоге в строю Термал умудрился опередить. Так, ну и Термала в линию тут бараки стоят. Как тут я уже говорил, что не, ну, ни в коем случае не надо так здание делать. Хотя бы два, а между ними проход и еще три, ну, чтобы между друг другом ходило. Ну, не факт, что тут дропы от касса будут. Но если будет дроп, и Термала очень непросто будет отбивать. Хотя в ТВТ с другой стороны, как бы, да, то есть тут позиционная такая тема, может, наоборот, здание в плюс будет вообще. Ну что, хороший такой дропчинский отказ идет сейчас.
Ну вот я смотрю уже сюда, если Каскан не кинет, то он может провалить этот дроп вообще наглухо. Особенно если танки первыми вываливаться начнут здесь, получат залп отсюда, циклоны плюс вот этот заблокируют. Кстати, может Ревен вообще заблокировать. Ну Кас зачем сканить? Кас летит как дикий западный ковбой, да. Два миндивака, я же говорю, может быть провал. Ну что, ну зачем же сканить сюда? Можешь же просто вслепую полететь и отдаться, если нормально. Здесь 30 цеху, ютермал кассу отменю, у самого уже есть. 122-103 по лимиту. Нашел касс, куда дропнуться все-таки. Так, ну что, 148-118. У Каса все плохо. Идет он вперед на мувику. Бах, танки сразу Мариков несколько забирает. Стимится Кас. Ютермал выдвигается на перехват. Грейды 1-1 в 1-1. Танки, конечно же, Кас не сижит. Зачем же их сижить здесь? Он уже просто... Такое ощущение, что Кас уже собирался сваливать в начале боя. Так почему-то вместе с Мариками не свалить было. Ну, на Мариков тяжело всех засадить, бараки новых нарожают. Танк один, его-то что засаживать? Одного взял, кстати, а Мариков надо туда пачками, туда-сюда, медиваки что-то сажать. Два-два, Кас заказал, у Ютермал почему-то одна броня. Атака не заказалась, похоже, у него... 156-110, здесь и тюрьма уже захватил преимущество, вообще абсолютно. Два ноль ютермал, ребят. Ну вот эту игру Кас... А, 2-1. Чё я вру-то? 2-1. Вот эту игру Кас мог тащить тоже, если бы сыграл нормально, сканил бы перед дропами и не просирал бы так дропы. Вот, понимаете, один скан, кажется, да, можно мулы кинуть там или код применить. А дроп просрал, игра, цена игры скан, что ли? Находим.
Так, ну что, Рейнер Ютермал теперь у нас будут биться. Вот. Ждем. Пилю рекламу в очередной раз. Ну и помните о том, что отблоки отключать. Просьба, поддерживайте меня, мой канал. Вечером шоу-тайм нам Шар Клем Стрэндж будет группа. Вот. Я, наверное, ее не до конца буду стримить. Я сегодня 5 часов поспал, очень устал. Кстати, что у нас завтра? Сейчас посмотрим. Всем мастер-скаф номер 108 написано в 12:00. Вообще ничего себе. Не рановато ли? И в 21:00 Варди Christmas Invitational, вторая группа. Спасибо, Ютермалу инвайт пошел. Ну вот это фактически матч за первое место. Кассу с Хеллрейзером уж точно на первое место не претендовать. Ютермал убил пока что Буха по 2-0, а Рейнера только Хеллрейзера пока 2-0 убил. Поэтому если убьет Ютермала и потом с Кассом будет биться, то тогда... Уже первое может занять, если Касса выиграет Ютервала. Да, Ютервала тут чуть осталось вообще. Дима Мартов поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает: с наступающим. Спасибо, Дима Мартов. Чё-то рановато еще вам у меня. Хотя почему и нет, уже у всех там, у некоторых корпоративы идут. Кто-то уже успел начудить где-нибудь там синий. Как у меня там знакомые тоже помаленечку чудят. Чё-то нихера я не понимаю. А, вот так вот. Спасибо, Дима Мартов, тебе большое спасибо всем. Ребят, у нас два матча остается. Рейнер Ютермал и Рейнер против Касса здесь. Так как времени еще только 7 час, то я прервусь, наверное, как кончится все это. А дальше посмотрим, что да как там.
Такой бред, статья, блядь. Живые новогодние елки. Стопудово у нас в России они специально выращиваются. Особенно в Пскове. И стопудово их все будут сдавать. Бля, после Нового года идешь, они просто под ногами валяются. Некоторые дебилы даже сокон скидывают. Вот. А пластмассовая елка стоит просто. То есть, вредятина. Нефтегаз, я думаю. Нефтегаз, вот машины ездят. Производство, вот это да. А тут вообще смех. Тем более, что у меня еще советская даже елка есть где-то. Так, смотрите-ка, что Ютермал затеял. Гост-пуш, ё-моё. Против Зерга, кстати, интересно. Оп, Ильчанский полетел, Илюха. Куда он там полетел-то? Режим готов. Блин, нижний край вообще нет. Метров 200-300, наверное. Ни хрена не видно. Так, Гостов Ютермал выпускает вперед. Опа, а чё они с удара не фокусят рабочего теперь, что ли? Я чё-то не понял. Как это вообще? А, они не одновременно, наверное, выстрелили. Чё я термал делал? Почему он умудряется не одновременно по дронам стрелять? Почему они не с удара-то падают, я чё-то не понимаю. Кто понимает, блядь? 20 же дэмэджа по лёгким, 40 ровно. 40 хп здесь. Очень странно это момент, если честно. Не получилось у термала здесь пробить нифига. Провал третьим гостом. Два госта приныкались. Рейнер начинает их искать. Ничего не нашел пока. Вот гост стоит. Все, Гостов подгрыз, 26-25 по лимиту. Здесь еще он гасты строятся. Кстати, здесь интересно, что гасты за здание выходят. Это... Просто провальнейшим образом поменял сейчас точку сбора Ютермал. Провальнейшим образом. Ну вот и мы так же делаем доктору Усама всегда. Меня уже, когда мы с Дашей, ну не только познакомились, но там это год, наверное, 11-й был, 12-й. Те елки уже, они больше, ну, больше полметра, сантиметров по 60-70 уже вымахали в деревне две. И я смотрю все время. Сами сажали, вот новогодние из горшка. Так вот надо делать. А дома искусственную большую поставил и все. Кого понерфили-то? 20 дамага по легким. За два удара. Я не знаю, то есть это может происходить только если... Только если получается не одновременно стреляют. И то, как бы, когда дэмэдж нанесся, там же не сразу один хп регенится. Должно время пройти. Хотя во втором Старкрафте может моментально он регенится, как бы, не знаю. Честно, ребят, я вот не могу вам за этот момент сказать. Но вообще это очень странно было. То есть мне показалось, что... Не знаю, короче, ребят. Пиу! Прикольно, королеву забрал. Гост Харас, ой, Ютермал дает. Ну, прикольно получается. Можно снайпершотами королеву было пытаться подрезать еще одну. Можно овера снайперить там, например, не знаю.
Можно снайпернуть королеву попробовать было бы. Снайперни же королеву. Ну снайперни ж ты его. Хорош. Минус две королевы еще. Чего себе термал устроил тут чудеса? Смотрите. Да это просто какой-то новая незримая война, черт побери. Гасты три штучки с медиваком прилетели и разбирают зерга просто. Вот эту королеву отснайперить вообще печаль будет. А здесь один-один. Здесь мех выход идет, кстати говоря. Гасты домой полетели, кроме как гастам некому и овера сбить здесь. Ютермал на всех парах мчит сюда, поэтому. У дрона 45 чего? 45 рублей, чтоб на метро уехать, когда осточертеет ему эта адская работа на минералах. Или что 45-то? Сколько? Это 40 у дрона. Ну, похоже, что Этермал не одновременно стрелял, у меня другого объяснения нет. Гасты всегда с двух ударов убивали дронов, как бы, то есть. Один гост трех, да, там, то есть, ему КД нужно, как бы. И там реген идет, а у два гаста, с удара должны убивать, за удар. Гайте, у короля сколько КП? 175. У гаста 170, снайпершот снимает. Ну, кстати, там две королевы со снайпершота убил Ютермал. То есть он сначала прокликал по удару, по ним нанес, а только потом снайпернул, получается. Рейнер выдвигается вперед, 125-100 в его пользу по лимиту. Есть здесь тур, есть три гаста. Два танчика не успевают подойти. Гост снайперит гидрала, прикольно здесь. Танчики раскладываются. Гастов надо отвозить назад обязательно. Инвизом, демеджем мы просто они больше делали. ГГ Ютермал пишет. Танки бы вышли, сейчас два разложились бы, и он бы отбился бы, скорее всего. А так нет. Ну что, 1-0 Рейнер. Думаю, вторую карту Ютермал сыграет более серьезно. Скорее всего. Я прав насчет регена. Так почему они-то не с одну?
погибали-то вот так с двух ударов от двух гостов. Я вот не понял этого. Кто, ребят, тиран-то? Раскройте нам секрет-то, почему так происходило вообще. У меня нет ответа просто на этот вопрос. Всегда было так, что госты с двух удара рабочего бьют. А сейчас нет. Так. Ну что, Ютербал какой-то херней начал заниматься. Посмотрите, опять прокси-бараки. Ну, в этот раз два. Марики интересные или репера? Или рэпера вообще? Ютермал или да кто мажор? Ну, знаешь ли, в Голландии живет прогеймер. Наверное, мажор денег навыигрывал, да, походу. На самом деле, я понял, о чем ты говоришь. Я думаю, что это не мажор, как бы, да? Мажор — это мексиканский игрок, а Ютермал при чем вообще? Так, Рейнар Пул первый играет, сейчас бараки можно О, как он же прям сюда летел. И буквально чуточку не долетел. Нет, это Марики, выход факту будет у нас от Ютермала. Рейнар не проверил ничего. У него пул первый, ребята, а пул первый, это значит, можно отбивать, все нормально. Королев будет... Опа, Роуч, Ворон, ничего себе. У Рейнара автоподстройка здесь под это дело все идет вообще. Так, дроны Линги приходят. В смысле, тоже умутки. Мутка же регенится все время, не только когда ее не бьют, насколько я понимаю. Это только пробки так регенится. Так, ну отбил здесь пока Рейнар КСМ-ки. Ну, а где Роуч-то? Зачем Роуч? Ой, какая ошибка от Рейнара. Зачем он Роуч Ворон-то отменил, я не понимаю. Ну, а что называется молодой? Принятие решений на уровне нуля просто. Ну, что это за бред делает Рейнар? Объясните мне. Роуч Ворон отменил, мог с Роуч Вороном победить просто в этой игре. Так, Ютермал там Мариков тыкал в бункер, он очень сильно хотел, чтобы они туда сели. В итоге ни Роучей, ни скорости, королеву потерял. По рабочему уже там в плюсе Ютермал в гигантском на самом деле. Ну, пушка копается, кстати. 4 Марика вперед идет, садится в бункер они хотят, Ютермал начинает контролить. Он без потерь. Не, один потеряется. Один потеряется. Марик. 3 осталось. Кстати, КСМ-ка есть, она бункер чинит. Как бы нормально чинит. Надо вернуть ее сейчас на починку. Куда ее термалы свой бункер атакуют? Что ты творишь-то, бес? Ютермал прессовать. Королеву геликом добил. Кажется, это минус Рейнар. Ребята, здесь ничего не хватает Рейнару. Королева очередная падает. Или нет? Нет, пока не падает. Марики катят. Просто собака. Как может Ютермал контролит здесь. По максимуму, я бы сказал. Ну, королева сверху пришла помогать. Трансьюз на собаку. Вы видели, давно ли вы трансьюз на собаку видели? Вот он. Ну, мажор, понятно, ник сменил на спешл. У него и никнеймов было за историю, что 15 там. Включая Бритни, принцесса. Еще что-то там. Нет, все-таки Рейнар отковырялся. А Ютермал выходит в медивак, Баншейн Вис. Еще и хелбатпуш собирается делать здесь.
Фермалф, самое интересное. На Рейнера без технологий. Ой, 5 хп здесь королева ставит, кстати, в тылу. Ну, короче, затянувшийся такой пуш получился. Ютермал отбился, но он полный здесь технологической яме находится и экономической. У него рабочих меньше, чем у Тирана. Правда, вторая база есть Тиран, только одна цеха. Да! Есть королева. Ну, кстати, да, есть порка уже на двух базах. Но что делать с холбатами, которых 4 штуки уже? Непонятно пока. Спорка хорошо вкопала здесь. Медивакам облететь, но не надо на спорте-то драться. Медивак важен здесь для починки, для лечения королев. Так, что там случилось? Что скрин? Не, ребят, здесь все. Все-таки ее термал пушил, пушил и пропушил. Гигенчик. Один-один, ребят, еще одна игра нужна здесь. Это быстрая была вторая, ну третья все равно понадобится вообще. Слушайте, а во что сейчас все играют? Какая-то игра какая-то новая вышла. Что-то смотрю, все что-то стримят, какие-то домики там какие-то стоят маленькие, я вообще не понимаю. Кастом ладер гоняет. Кстати говоря, по тем временем.
Выживалка, база от зомби. Понял я, короче, у меня друган, походу, играл в эту тему тоже. Короче, какая-то дичь вообще полная. С каким-то крип на тебя нападает просто. 1-1, ребятки, в этот раз Ютермал прокси не ставит в третьей игре, ничего себе. Вот дает. А я уж думал, сейчас прокси будет. Так, а что с текстом у меня еще не вайл? Спасибо, Дима Мартов. Спасибо всем, ребят. Помните про поддержос, естественно. Поддержите меня, мой канал. Погнали! У нас третья карта. Рейнер Ютермал. Дальше Рейнер Каз будет. Последний матч у нас здесь в этой группе. Девять часов группа будет. С. Я до конца, наверное, не буду стримить. Я 5 часов сегодня спал. Мне очень тяжко. Наверное, матча 3-4 постримлю и сверну это мероприятие. Все, завтра будет. О, смотрите, Рейнер, что делал. Рейнер план предыдущей игры хочет на эту перенести. Пул в Роуч Ворон сверхранний. Вот, ну там Блай рассказал бы, наверное, за этот билд. Очень много интересного. Но суть этого билда в том, что это не абсолютный улын, как Роуч Ворон с мейна с двумя газами в реваджеров. Этот билд, он рассчитан на подпуш, что ты тирана либо убьешь, либо хороший урон нанесешь ему экономический, и потом хату раскачаешь. То есть это 4-5 роучи строятся, пока идут в реваджеров, делаются они. Ну такая игра может и в макро легко пересечь, в принципе, потому что да уж тихо, что какой-то урон серьезный Рейнер нанесет здесь. Прям вообще жесткий такой. Так, два реводжера пилятся. Где они там вообще все? Трипер летит сюда. Хорошо, что овер не увидел его. Если бы овер увидел, можно было бы так вообще. Ну все, Ютермал спалил Реводжера. Гелики вперед, поехали, циклон делается. Второй циклон. А, нету ресурсов на второго циклона. Странно, что заранее старпортом Ютермал не перелетел. Еще одного циклона заказал. Три реводжера роуч, минус депуха, минус реактор сейчас будет. Фаербулу что-то Рейнер не кидает. А, здесь два гелика Риттер заехали, ума. Как они въехали сейчас, а? Как в новую хату, как все домой просто, я не знаю. Приехали гелионы и Рейнеру повыпиливали там. Сколько выпилил там? 8 дронов Ютермал выпилил. Ну а здесь два циклона просто и все. Гелик еще вышел. Сейчас банша будет. Здесь Рейнер уже ничего не сделает вообще. Так, ну ничего вообще, конечно. Ну, он что-то уже сделал. Но сейчас выйдет банша и поставит точку вот всей этой балладе. Реводжера, правда, упустил двух Ютермал. Зато овер забрал. Так, и банши, инвиз делается. Спора, кстати, нет вообще. А инвиз-то уже более чем наполовину готов.
Так, да бред там, это твоя, то что написано. Какая утилизация там? Нигде никто не растит ничего, просто делянки как бы есть, там вырубают и все, елки в лесу. Это бред вообще, это не про Россию. И даже если где-то еле растят. Там был наверняка лес нормальный, его вырубили, а теперь вот там вторичные растят заново, как бы. Елки эти, вот и все. Потому что нужно же елки, блин, покупать эти. Вот. Гораздо просто лучше не трогать эти елки, а на самом деле на заняться пластиком уже, потому что по России сколько там миллиардов тонн отходов отработанных, и никто вообще этим не занимается. А искусственная елка, если уметь, говоря, она вообще очень долго прослужит. Елки можно сдать. Вот, например, у нас в городе вообще затруднительно. Куда там, ну, не, я читал там, что можно там в этот Евросеть, еще куда-то там. Там батарейки, например, некуда сдать, аккумуляторы там некуда сдать, пластик вообще забей. Зачем-то поставлены разные помойки, все увозится на свалку, как бы, то есть. Короче, бред полный. Что, ребят, Ютермал идет вперед, а Рейнер к нему забегань делает, а ему здесь банши передают. Привет, две штучки. Плюс танк, плюс марик. Плюс еще марики. Здесь Ютермал заходит. 2-1 Ютермал, это очевидный счет сейчас. Так, медиваки пролетели, танки в хит. Падает все, здесь руч кончаются. Так, ну конечно же выращиваю для продажи тоже. Зачем сажать миллионы гектаров леса вырубленных незаконно где-то там вообще, если об этом-то никто и не знает, выращенными елками, если можно продать тем, кто их дома просто поставит, в Новый год тем более, там втридорога. Чё их не продавать-то вообще? Ну что, Каст Рейнер у нас сейчас должен играть. Так у нас то же самое, киберспейс пример, наверное, я не знаю, куда они там его утилизируют вообще.
Так, все. Опа. Случайно в группу касса добавил, пока джойнился к игре. Ну что, ребят, поехали, КАС Ютермал. Ну и Ютермал точно первое место уже занял. Так, а здесь что решится, кстати? Ну, кстати, если сейчас Касс Рейнера пробреет 2-0, то Касс может выйти, как мне кажется. Ну, смотрите, у Рейнера 1-1 сейчас и 3-2 статистика. То есть он 2-0 выпилил Хеллрейзера и проиграл 0-2 Ютермалу. А нет, 2-1 он Ютермалу проиграл, я извиняюсь. Вот если бы карту не взял, тогда был бы шанс и у Хеллрейзера, и у Касса, и у Рейнера. Было бы переигровки, возможно, даже. Вот, но, а у Касса 1-4, то есть он максимум 3-4 может сделать, и 3-4 он может сделать Рейнеру, и у него будет личная победа над Рейнером. Только вот только это единственное может Касса спасти здесь вообще. Если он проигрывает хоть карту, все, не выходит. У Хеллрейзера 2-4 он точно уже там выйти не может, я так понимаю. Хотя его почему-то на последнее не поставили еще. Но ему уже играть больше не нужно, то есть он уже... 2-4 он точно не выйдет никуда. Просто непонятно, на каком он месте. А, почему не поставили? Непонятно. То есть он может еще на третье как бы остаться, если Касс проиграет, например, Рейнеру, то... Да, все. В общем-то, нельзя, чтоб Рейнер карту брал сейчас для Касса по турнирной системе, по этой. Иначе это ГГНчик будет. Так, реклама С давно не пилил. Пилю, помните, про отбойку. Ну ладно, не буду говорить, что, короче, все помните. Вот, Новый год, у всех свои траты там присутствуют и т.д. Но стримов будет много перед Новым годом. Стримов будет много. Сегодня в 21, кстати. Не знаю, посмотрим. Вообще я обещал постримить, но если и буду стримить, то не все, наверное, тогда. Скорее всего. Часика полтора. Великолепный контроль Рипера со стороны Касса. Я сейчас наблюдал просто и смотрю, и собаки без скорости просто сгрызают Рипера. Ну так себе это начало для Касса. Уже гелики строятся вообще. Первые два готовы. Но их Рипер уже не прикроет, например.
Так, армори у КАС пошла, ребят, гелики в циклонов, то есть в холбат пуш, походу, 6 геликов, 20 склона, медивак, есть викинг, который патрулирует здесь все. Он убил что-нибудь? Да, одного овера убил. И КАС полетел в дроп сейчас с четырьмя... Так. Да, с четырьмя геликами в дроп полетел, Рейнер не спалил вообще. Системы работают нормально. Циклон готов к бою. Так, вот что-то я рубить начал сейчас. Кончилось, что ли, таблетка твоя действовать. Так, сделаю, там мне показалось прям вот хорошо так стало. Бодренько. Ну, сейчас реклама Adblock на самом деле пробивает, я так про Adblock на автомате говорю, но не во всех регионах всегда реклама есть, в чем проблема. Так, колбатами как пилит, шпилит Рейнера здесь. Как продамажил все КАС, но ничего не убил. Колбаты теряет просто-напросто. Здесь стал хорошо, колбатом стал здесь КАС. Прям он как здесь киборг вообще все убивает в легкую в этой позиции. Его тяжело забрать. Два дрона уже КАС сбрил. Но Рейнер с двух сторон забегает. Фиган тут так дает залпы такие колбаты. Еще собак КАС поубивал. Ну все равно Рейнера на 10 рабочих больше. Гидроден подъехал вообще. Человек-то все печально. Все. Рабочие катают. Как умудрился просрать минивак и хелбак тоже просрал. Так, есть Twitch, ребята. Стрим из игры, что вы заходите на Twitch, если здесь не работает, это ж очевидно. Собаки, Рейдер. В районе третьей кассы, извиняюсь-то. Сегодня 5 часов поспал. Днем взбодрился кофе, таблеточкой, кофеин назад натрия. Посоветую затираемся, помогла, но... Вот, походу, что конец. Всему и... Опять меня рубать начинает вообще. Пристройка завершена. Режим «Брать с дороги!» Пристройка завершена. Вооружен и опасен. Наша база атакована. Так, ну Рейнер прям КАСа решил лоб убивать сейчас. Ну КАСа готовы щиты уже. Почти что. А, нет, щиты не готовы. Ну смотрите, как гидра улетает просто. Минус гидралиски улетели. КАСа отбился, и здесь гидру пытается зашатать. Ну, Мариков оставил без прикрытия какого-либо. Загружается, улетел. Здесь беллинг дропа был сейчас. Или закатилось что-то прям. Похоже, закатилось. Овера-то нет, его никто не сбивал вообще. Прыгнулся я и спросил, что там.
Ладно, сейчас можно прерваться будет ненадолго, потому что на часок, потому что у нас только в 9 продолжение. Я не знаю, может, я вообще не буду в 9 стримить, что-то я очень себя устало чувствую. Где Рейнер что-то кассу мариков ловит, выпиливает? Рампика второй бас заходит. Танков большая часть где-то сзади осталась. Ну тут био столько, что сюда не влезть будет, точно зергу. Ну газ часть мариков просто вниз сейчас увел. Не до контроля очевидный. 2-2 грейды пока не готово. Но сейчас коготь доделается, броня очень скоро будет. У касса 2-2 через 20 секунд будут готовы. Это очень хорошо. Слушай, у него 4 ЦЦ-хи. Смотрите, какой касс жадный. Четвертая, где все ставят планетарку, у него орбиталка. Ну, сейчас забеганиями-то касса не сгрызут при таком раскладе. Если он как, он здесь все время около него стоять собирается? Или он что, выход-то пойдет, когда думает, ну... Не, ну кто-то не забежит, и все нормально будет. А кто-то возьмет и забежит. О, 3 медивака, 30 лимита подарочных от касса полетели. У касса вообще 200 тут близится, а он куда-то там 3 медиваками летит, непонятно. Куда, зачем. Тем более Зерн, ладно, с протусом там. Хотя Зергом тоже можно, как бы, это делают, ну. Что-то вот, что с Ютермалом, что до этого с Рейдом. У касса все по большей части какие-то провальные дропы были. Так, на третью газ пролетел. Рейнер, главное, овером все видит заранее и не реагировал вообще, как отлетел. Ну, выпилил вторую хату, как Рейнер. Ну, зачем мариками? Ну, чё, почему не сесть было сразу всеми, как Ютермал делает, и просто не улететь моментально вообще отсюда? Газ зачем-то стрелялся с ними, потерял просто целый медивак. С мариками. В одном медиваке всех мариков полетел, потерял. Два улетело, краснющих 42-18 хп, и только 8 мариков из 24 улетело. Если они все полные, по-моему, все полные летели. Двести лимита. Никто атаковать особо не хочет пока. Не совсем эти 30 лимита подарочных все-таки были. Побились. Вот опять у касса адская макро тут начинается. Кстати, сегодня касса уже играл, по-моему. А, с нам шаром касса бился. С гигастоп были пачки жесткие. Смотрите, типичная ситуация. Потерял сейчас. Рейнер убил 2 медивака кассу. Зато ультрала, да, убил. Потеряв все, ё-моё. Теряв медивак, 2 флам демеджена и марика в половине. Ультрал дешевле стоит. Вот. Типичная для касса ситуация, я не сказал. Потеряны все медиваки, их 0 сейчас.
То есть, ну, пацаны, наркоманы, извините, ну. Выделили деньги только в бюджет на автоматы, то есть. А тут сами как хотите. Хотите торчите, хотите не торчите. КП вам не пополнится. Ядра пришла на дальность. 2-2, говорит, да? Танк атакует, это будет погибнуть несколько часов. Так, идет Каспиру гидро отбивать. Марики с гастами, конечно, очень жестко гидро выпиливают, но это был слив от Рена. Не понимаю, зачем такой ценный юнит, тем более у него на грейду, грейды милишные как раз. Зачем его было отдавать? Рейндж либератором указ, третья броня делается, 6 депо строится, апплай блок у него был. Все здесь, кстати, восстанавливаются. У Рейнера Карап тоже пошли. 4 эволюшна, чтобы вайпером энергию пополнять. И можно брудов заморфить уже. Вот они. 1, 2, 3, 4 все бруды. Не все карапторы. Лимита не хватает, чтобы брудов еще наморфить сейчас Рейнеру. Надо, может, экстра сапплай сделать. Заказать спорок штук 20. Заморфить брудов, отменить. Я не знаю. Глядите, КАЗ до сих пор без медиваков. Прошло где-то 2 минуты, если не 3, с того момента, как я говорил. Медиваков как не было, так и нет. Действительно, зачем они нужны? Только лимит боевой занимают. Дома на мулу КАЗ бегает, все сливается. Ну, Рейнер тоже не трансфьюзит ультралов, а зря. Пиу-пиу делает. 6600 минералов запас ресурсов. Вообще дикий. У касса. Ну, у Рейнера нету грейдов на воздух. Вот что плохо. Но у касса тоже только био 3-3. То есть ни на танки атаки нет. Ни на либераторов, ни на что. Ну, вот, на мех ни на какой. Ни даже брони нет. Ничего вообще нет. Опять макро мессище здесь от касса такое намечается. Так, ну опять отстроил 200 Рейнер. У касса очень много гастов, все стоит здесь. 9000 уже минералов у касса. 9000, Карл, 9. У Рейнера 75 дронов. Инфесторы пошли, короче. Я не знаю, кто тут куда будет нападать сейчас. И будет ли кто-нибудь куда-нибудь вообще нападать. Ну, касс стимится. Кассу нужно брать эту карту и следующую. Там пройти можно. Он пройдет-то со второго места, получается. По личной стрейче Рейнера впереди, хотя по картам будет одинаково. Если карт 2-0, напомню, выиграешь. Ну, касс везде. О, хорошие дропы. Не узнаю вас, Гримми, я просто. Говорится, касс начинает мультишатание такое. Это прям неожиданно. По ремастереду. Ну, если будет какой-то турик, который зарестримить можно будет. Второй сезон Росбейн Капа после выходных, ой, после Нового года теперь уже, да, будет точно начинаться. Мы обсудим, какой день, еще со всеми там.
Вот. Ну, запись выложена на Гугейме, ой, на ВКонтакте прошлого, недавнего этапа. Так, либераторы разложились, красный перед. Не хватает инфестов. Какая зеленка в либератор пошла? Сплит и касс — это понятие практически несовместимые, поэтому все почти либераторы отвалились. Рейнер заказал всего больше по лимиту, чем касса. Потери? Потери, смотрите, у Рейнера на 11к больше потеряно. Добыча у Рейнера пока что выше. Касс тоже теряет. Касс достаточно одного боя проигранного, как потери сравним. Потому что у него армия по цене просто нереально дорога. Хотя нет, смотрите, у Рейнера армия дороже, что самое интересное. Ну, у Рейнера лимита больше. У него бруды, у него все газовое. Тут и караптор, и вайпер, и гидра, и минералов много там вложено. Так, ТЦФ узбрил. Рейн, касс идет вперед, гасты просто пиу-пиу делают. По брудам, по всему. Где пиу-пиу-то еще? Давай, пиу-пиу. Бруды падают все просто. Касс выпиливают. Прекрасно просто, Рейн. Куда? Пиу-пиу, бруда, гастов. Сколько? Ё-моё! 18 гастов. Здесь еще 23 у касса всего. Где они? Вот они подходят. Танки вообще забыл, даже в бой их не берет вообще. Знаю, что там КАС думает, куда минералы переносятся, но... Я смотрю, что КАС идет, а не гилер. Гасты нормально здесь, кстати, напиливают. Караптеров можно поминусовать. Не понимаю, почему КАС этого не делает. По караптерам пошло. Рейнера меньше по лимиту, это победа КАС. Посмотрите, потери 46-25. КАС сегодня прямо... В какой-то игре что-то тащит, да, жестко. ГГ, ребят, разобрал касс, ничего себе. Перемакрил Рейнера, есть шанс у Мишани выйти из группы, соответственно. Ху, и лучше выйти. Лучше выйти ему.
Кассу срочно нужно сменить ник на пиу-пиу. Так у него в скайпе стоит пиу-пиу статус, между прочим. Все уже давно, кстати говоря. Ну что, если Касс Рейнера выпилят, сейчас есть шанс вообще. Кстати, ребят, для игроков, наверняка кто-нибудь здесь смотрит, вот. Информирую вас о том, что четвертая квалификация на ГГ года, ребят, будет не в субботу, а в воскресенье, как планировалось, потому что в субботу будет Go for SK, его из-за Рождества там принесли европейского, вот так вот. Так, 404 рубля. Что за 404? Не очень цифра какая. Так, ЦЦшечка первая. У кассы ЦЦшечка в барак без ГАО. В третью ЦЦху без депохи на рампе. Касс, ну ё-моё, ну как так, а? Касс, депоху вставь. Что творить, касс? Не минерал вук, а ничего. Ну, кстати, билд-то у касса халявный в плане экономики. Поэтому ЦЦ-ху надо просто отбить сейчас КСМ-ками, блин. Спокойно. И идти добывать ее. Так, КСМ-ка тут за ней сразу погоня просто. Я вот просто смотрю, и ну, мне иногда КАС поражает. Как можно ныть на какую-то имбу, если, если ты КСМ-ку не можешь вот сюда прожать минерлок тыкнуть. Она, бля, просто едет, ее окружает. Ну, ё-моё, это же вообще жесть. Витамины, голова работа не утомлялась. Феномин. Как в фильме, помните, про летучего голландца? Очень крутой фильм. Советский. Вот. На подлодке там немцы давали. Ладно. Нет, конечно, какие витамины. Если голова не работает, витамины не помогут, поверь мне. Так, с три бункера у касса. А, слушайте, там роучи 7 штук. То есть касс собрался здесь принимать выход Рейнера. Рейнер видит бункера. Все, что нужно Рейнеру, это сейчас строить дронов и все. Если он построит дронов, то он, ну, вот сейчас бы просто 7 роучи. Все, ни реводжеров, ни собак, ни 18-20 вингов, а 10 дронов, все. Он настолько бы касса опередил бы, просто жесть. Но три бункера, я уверен на 1000%, просто что он не пробьет сейчас. Хотя я сейчас вот буду уверен на 1000, а он возьмет и пробьет, допустим, да? Да не пробьет он ничего здесь. Так, вот там малики пошли. Две штуки. Ну так зачем два-то обязательно вести? Че, одного мало? Ну здесь 7-9 маликов в трех бункерах, два танка у касса. Давай поближе еще, перед бункерами поставлю, или там. Рейнер лингами бегает. Танки не фокусят реводжеров. Танки просто стреляют по собакам, друг друга убивая. Жесть-то какая. Касс вычинивает бункер. Надо было сейчас забить на КСМ. Пофиг вообще, чинись изо всех сил. Просто бункер этот и не парится. Неужели Касс эту игру умудрится слить? Три бункера, два танка. Убого разложенных два танка. Три бункера Касс не прикрыл. 1000% говорю. Я же забываю, что здесь может все что угодно быть вообще. КСМ можно только в неапгрейдженный командный центр погрузить, либо в планетарку. Вот. В орбиталку нельзя погрузить в КСМ. ГГ, кассу, ребят, просто... Это реально, я сейчас накаркал, по-моему, не знаю. Надо не забывать, что это СНГ гейминг, конечно.
СНГ Джейминг просто. Вот. Но как можно проиграть с двумя танками и с тремя бункерами, я не знаю. Танки вплотную к бункерам КАС ведет. Танками не контролит. То есть, все, что надо, чинить бункеры и танками фокусить реваджеров, роучи дальше, которые стоят, чтобы себе сплэшем не прилетал. Ничего этого абсолютно не происходит. Бункеры пробиты, танки падают. Абсолютный провал вообще. Три бункера и танк там забей. Вот мне тоже так казалось. Пушка. А, КАС еще просто не вывел ничего вперед. Пуш не заметил. То есть он по факту уже рабочих выводил. Главное, что КАС мог выиграть еще, хотя там три базы. Так он, главное, еще депоху сейчас не закрыл. Вот в чем прикол на рампе. Все, КАС не вышел из группы, ребят. Так, да, не дожил до пиу-пиу, что-то КАС. Я не знаю, будет ли сейчас пытаться доживать КАС до пиу-пиу, это вопрос, конечно. Сейчас чувствую, кстати, влияние таблетки, которую ты говорил, потому что, ну, то есть мне спать не хочется, но у меня аж в глазах долбится так все, я вижу, ну, то есть внимание рассредоточено, как вот это кофеиновый эффект этот стандартный. Прямо реально. Поэтому, когда
турики играете, если лучше просто выспавшись играть, не надо никакого говна пить, просто вот этого всего энергетиков. Так, указ 4 Марика, факторку геликов, старпорт. У Рейнера, кстати, пул первый. А нет, погодите. Нет, не пул первый. У него 17 хата Гаспул был стандартно. Просто он еще плюс 2 королевы делает. 4 будет. Хата третья, не самая ранняя, но тем не менее ставится. Минус оверкас здесь Рейнеру делает. 6 собак. Стоит забегание, возможно, какое-то. РВ в названии карт. Рейтинговая версия, как Ladder Edition, LE в английской версии. То есть ладерные, грубо говоря, карты. Так, у касса на Hellbat Push что-то очень прям похожее. Марики грузятся сюда, их будет 7 штук. Но хелбаты строятся сейчас не одновременно, вот в чем проблема. А трейнера, так, 4 гелика. А, 4 уже есть, погодите, я что-то вообще сонный, я говорю, невнимательно. 4 уже есть, плюс еще 2. Сейчас поедут они вперед, только заметит это рейнер и сам вперед погонит, похоже. Да, вон гелики уехали, все, надо забегать, пока они не приехали к самому рейнеру. Здесь, кстати, почти готово сделать. Чего он ждет-то, я не понимаю. А, он ждет, пока прям к нему все придет. Ну, дождался, пока стенка доделалась. Ну, каз де поху не закрывает. Собаки врываются. И на мейн каз запустил. Везде каз запустил лингов. В общем-то, запускай лингов, каз. Как гуся этого терпи в чате. Так, все, съели вообще нафиг. Это 1, это 2-1 в пользу Рейнера. Видно, Касс уже написал, потому что последний матч ничего не решает. Он и не собирался ничего здесь решать. Он как бы отыграл и все здесь. Ребята, Рейнер 2-1. Никто из наших, к сожалению, не вышел. Ребят, я прерываюсь. Запись сейчас на YouTube выложу. Блин, мне реально тяжело. Я мало сегодня спал. В общем, если я в 9 часов начну, то... Вот. Если начну, то ВКонтакте мини-анонсик перед 9 напишу и здесь на Good Game. Давайте, ребят, все, прерву сейчас. Отдохну немножечко и постараюсь. Но я там... Если ворвусь, то тоже часа полтора стримлю, да спать пойду, наверное. Вот. Все, ребят. 9 часов. Или не 9 часов. Все, либо завтра. Завтра, кстати, в 12.00 ОСС плей-офф должен начаться. Помните об этом. И помните, кто игроки, что квалификация перенесена на субботу. На воскресенье, прошу прощения, ГГ года, 4-я СНГ квалификация. Потому что ГУФ ОСК будет в субботу. Все, ребят, увидимся чуть позже. Я надеюсь.